Здравствуйте, дорогие мои юные телезрители. Здравствуйте, мои хорошие. Мы с вами большие любители путешествий, не правда ли? Вот и сегодня я вас приглашаю в путешествие в удивительную страну Сербию. Помните, не так давно мы уже были там. А знаете, как называют себя сами сербы? Мы, говорят они, святосавцы, народ святого Савы. Почему же они так себя называют, спросите вы? Да потому что святитель Савва был, есть и навеки останется духовным пастырем всего сербского народа. И сербы благоговейно чтут память своего святого покровителя и воздвигают в его честь удивительные по красоте храмы. Вот об этом святом я и хочу вам сегодня рассказать. Святой Савва был младшим сыном основателя сербского государства, праведного Стефана Немани. Стефан и его благочестивая супруга Анна особо молились о его рождении. Они как будто чувствовали, что этот сын будет не таким, как другие. Назвали они его Ростислав. И он действительно оправдал это имя, во много раз приумножив славу своей родной Сербии. Воспитывался Растко своими родителями с особым вниманием. К нему приставили многих учителей. И скажу вам, он быстро постиг науки. А главное, внимательно изучал Священное Писание и был не по годам серьезным. С малых лет просил он у Бога только одного, чтобы Господь указал ему правильный путь жизни. Когда он вырос, родители дали ему в княжение отдельную область. Только чувствовали они, что все это ненадолго, и не ошиблись. Как-то раз в дом Растко пришел русский инок. Он возвращался с севера на святую гору Афон. Растко любезно его принял и всю ночь проговорил с ним о монашестве. И понял, вот он, знак от Бога. Именно на святую гору зовет его Господь. И Растко тайно вместе с тем иноком ушел в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Прошло несколько дней. Родители хватились любимого сына, но нигде не могли его отыскать. Расспросили его слуг. Те ответили, что к Растко приходил афонский монах. Тогда поняли они, куда ушел их любимый сын. И, недолго думая, отправили вслед за ним погоню. Сербы – отважные всадники, и кони у них быстрые. Не успели Растко с иноком переступить порог обители, как позади раздался топот копыт. Ох, и было радостью у воеводы, когда он увидел царского сына живым и невредимым. Что же сделал Растко? Накормил досыта всех конников, а затем отправил их в храм на ночное богослужение. Усталые и изрядно наевшиеся, они тотчас уснули. А Растко вместе со старцем взошел на монастырскую башню и принял там иноческий постриг с именем Саввы. Очнулся воевода ото сна и опять поспешил на поиски царевича. Но вдруг с башни раздался его радостный голос. «Я уже не Растко, я инок Савва!» Бросил он к ногам воинов свою королевскую порфиру и предстал перед ними в черном монашеском облачении. Преследователи не дерзнули увести царского сына, ведь монашеский чин был для них, православных, святым и неприкосновенным. Так началась новая эпоха в жизни Сербии – эпоха святосавская. С приходом святого Саввы на Афон вся святая гора словно преобразилась. Всюду начали строиться новые храмы, древние обители и кельи благолепно украшались. Скоро на Афонской земле был воздвигнут величественный сербский монастырь Хиландар. Вскоре исполнилось еще одно заветное желание святого Саввы
о котором он так горячо молился. Грозный владыка и отважный полководец Стефан Неманя прибыл к своему сыну на Афон. Прибыл не погостить, а принять монашество. Так и изображены они на многих иконах и фресках – отец и сын. А вернее сказать, сын и отец – святые Савва и Симеон. Потому что в иночестве сын опередил своего отца и был для него духовным примером. Святой Савва стал первым сербским архиепископом, а затем торжественно короновал своего брата, святого Стефана Первовенчанного, на сербский королевский престол. Так встал святой Савва у истоков и сербского государства, и сербской церкви. За это и прославляют его благодарные потомки, православные сербы. Давайте и мы вместе с ними вознесем ему наши искренние молитвы, ведь завтра память святого Саввы. С праздником вас, дорогие друзья! Я прощаюсь с вами, мои хорошие, и желаю вам всего самого доброго. Храни вас Господь!